Доброго времени суток. Давайте посмотрим харьковское направление, именно самого Харькова. В районе Купинска там идут боевые действия, а мы посмотрим с вами сам Харьков. Ну, идет постепенное движение к изменению ситуации. Медленное, но идет. Как там в ближайшее время будут складываться дела в районе Харькова? В ближайшее время предстоит делать очень срочно, принимать решение, выбор какой-то, принимать решение для того, чтобы сохранить и город сохранить. В общем, возможно, что будет жарко в городе, но еще и сохранить вот этот вот спокойствие и, ну, успешность, неуспешность, но вот сам, возможно, эта карта говорит о том, чтобы сохранить сам город. Договариваются. Как будут складываться дела для ВСУ в районе Харькова в ближайшее время? Пока будет, ну, ни туда, ни сюда. Для ВСУ они накапливают ресурсы, но, судя по всему, видимо, ресурсы у них периодически снимают. То, что там накопилось, перебрасывают какие-то другие районы. Придется срочно что-то менять. Менять, скорее всего, какие-то свои планы, действия, потому что старые понимать будут, что не работает. И, в принципе, готовятся к боевым действиям. Это нужно будет решать очень срочно, но все, что будет планироваться в ВСУ в районе Харькова, это будет просто иллюзия. Они расслабились, ничего не происходит, хорошо, комфортно, город большой. Ну а как будут складываться в ближайшее время дела у наших ребят? Я сроки не называю специально, поэтому не надо меня пытаться ловить. Когда будет, тогда и будет. Пока еще, вот елки-палки, пока еще что-то никак не определяется. Есть какое-то, либо привязывают события в Харькове к какому-то другому событию. Поэтому пока отказываются от движение вперед, еще не принято это решение. Вроде бы все подготовлено, все вот кубки стоят как нужно, и силы есть, но пока это самое отказывается. Но силы уже наготове и готовы двинуться. Пока они стоят, так скажем, в безопасности, еще вот идет продумывание, думают. И пока еще будут думать. Ну, я сказала бы так, что в ноябре будет нанесен, ну, наверное, удар, если не по самому городу, то по ВСУ будет нанесен серьезный удар. И, соответственно, это будет как знак того, что начались серьезные боевые действия. Именно серьезный удар, как это выглядит, не знаю, будет, но будут задействованы ресурсы, которые были накоплены.
будет, конечно, по этому поводу переживать. И наши будут переживать, потому что, ну, толком, видимо, почему отказывается? Толком нет понимания, как города взять такой вот миллионник. Вот пытается, скорее всего, договор сделать. Поэтому пока отказывается вот от этого, тормозится все, потому что... Но потом кто-то принят волевое решение, скажет вперед. И будет движение именно на том направлении. А что может послужить, ну, так скажем, сигналом для России, что пора наступать, пора начать движение в том направлении? Что может послужить сигналом, интересно? Ну, когда признают, что да, полностью готово, все собрано именно вот для такого, знаете, почему-то пришло такое сравнение броска кобры. Это должно быть очень резко, неожиданно, и, ну, тут будет, извините за сленг, плевать на всех. Будет принято волевое решение командования. Может быть, пока такого человека нет, или если он есть, то он еще не продумал до конца, как это осуществить все. Так что, скорее всего, пока все откладывается на какое-то время. Ну, ждем ноябрь. Ну, а всем вам желаю мирного неба над головой. Пускай это все как можно быстрее закончится, чтобы это не растягивалось по времени. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч!